Так, ну вот где-то здесь вот этот просвет прямо видно, да? Вот. И этот просвет, я знаю, что это за просвет. За этой горой должен быть погост. Ходили-ходили по лесу, дошли до погоста. И сейчас запечатлеем погост. Выйду самогоном весной на цветущий погост. И за всех родных произнесу я тост. Я обещал же снять погост. Вот уже кто-то здесь поминал своих родных и близких, будучи на погосте. Калина. Клинская. А, калина красная. Кто-то насинячился красной калиной. В памяти об усопших. Вот он. Погост. Как говорится, все там будем. Но и не именно там. Каждый на своем. Но вот так вот делать нельзя. Потому что будете так делать, очень рано там очутитесь. Ну нельзя, это лес. Ну бухнул, забери с собой. Еще бы бросали в могилки, что ли. Чего глупостями заниматься? Вот такой погост. Ну что, спите сладко, все хорошо. Денег нет. Здесь делать нечего, ребят. Вон там спокойней. Здесь война. Больные дети. Ну вот это вот зачем вы делаете, люди? Для чего? Вы заставляете меня идти по лесу и рыдать. Где я хожу, вы не добираетесь. Это, не устраиваете этой херни. Вот это, блядь, что? Кто-то портки вообще потерял. Бухаете, ебетесь. Делайте, что хотите, но надо убирать за собой. Такие красивые бутылки, чтобы просто нажраться, блядь, и упасть в грязь. В переносном и прямом смысле этого слова.